Интерактивные сервисы экономят ваше время. Чтобы подать показания приборов учета в Энергосбыт ЕАО, не обязательно посещать клиентский офис и стоять в очереди. Можно воспользоваться личным кабинетом на сайте Дальневосточной энергетической компании. После несложной авторизации и подключения лицевого счета передача показаний займет не более 3 минут. Для старшего поколения работает номер единого контакт-центра 8 800 234 4 семерки, по которому можно передать показания при помощи виртуального помощника или оператора. Используя наши интерактивные сервисы, клиент потратит всего несколько минут на передачу показаний приборов учета, не ожидая при этом очереди в клиентском офисе и не теряя время на дорогу. А показания, которые переданы автоматически, будут занесены в программный комплекс, исключая при этом ошибки человеческого фактора. Существует также способ передачи показаний при помощи СМС-сообщения или мессенджеров. Номер телефона вашего агента по сбыту указан в квитанции. Кроме того, до конца 2023 года жители ЕАО могут оплачивать счета за электричество в личном кабинете через систему быстрых платежей и получать кэшбэк от внесенной за коммунальные услуги суммы. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21.